Вот беру мембрану. Не знаю, как сейчас запихать. Мне еще получается надо еще две штуки. Сейчас 6, нужно 8. Не знаю, что машина пойдет. Несу вот это, попробую запихать остальное. Может, подберется как-то два раза ехать в Богдарне. Потому что сейчас место, небось, заднее я разложу, второго человека не смогу взять. Вот думаю сейчас, что делать. Все, коробчонка полна. Что-то затарился этой мембраной. Не знаю. С запасом хорошим. Эдик, ну не знаю, сейчас поедешь, видимо, кто-то один со мной поедешь, ты, например. Мы выгрузимся, потом обратно поедем. Может, я там еще что-то куплю. Продукты, саморезы, может, какие-то докупим. Что там? Ну, мне продукты надо тоже купить. Потому что ночевка, видимо, я останусь. Все, давай на связи. Так, ну вот, получается. Убрались. Площадку сделали. Здесь газ у нас проходит с электричеством. Сейчас за место бытовки мы будем задевать площадку. Пятачок, может, сюда как-то все выведем. Сейчас будем смотреть. Для прицепа и навес, и для гаража. Вот как-то так. Увидим. Так, ну вот, мы думали-думали и пришли к такому виду, что вот так должно это выглядеть. Все будет сделано. Площадка под автомобиль. Вот у нас получается. Вокруг деревьев. Деревьев мы ни одни не трогаем. Все. Все грамотно обходим. Вот заезд с левой стороны и с правой. Так, вокруг деревьев. Там веревочка пошла и дальше. Я сюда заезжал уже на машине с прицепом. Отстегивался. И задним ходом с ручными. Вот мы как бы типа под навес его загоняем. Автомобиль. Немножко неправильной формы, но ничего страшного, я думаю, прикол такой будет. Ну, вот такие дела. Так, вот территория запланирована, где белая ленточка. Получается, вот идет. Угол ребята делают. Лента. Ориентировочно 120 метров. Будет уклон, контур. Здесь получается гараж, под гараж пятачок. Он будет в горизонте. И тут получается, вот, получается отсюда. Гараж ровно будет горизонт, а тут уже уклон пойдет немножко 5 сантиметров. Вот тоже хотел спросить. Получается вот арматура, это горизонт. Как-то вот так. Так, Андрей, продолжение разговора. Вот у нас площадка. У нас тут деревья стоят, сосны. Площадка около 120 квадратов, но это мы сегодня еще посчитаем. Немножко неправильной формы. Показываю вот заезд. Вот ворота. Это там еще открываться будет, ворота распашные. И вот такой. Ну, это, не знаю, мы труба, вот одна есть, единственная труба, мы ее, может, как, не знаю, по факту по уровню отрежем, и там заглушку поставим какую-нибудь. Вот, не знаю, стяжка где-то ориентировочно 20 сантиметров будет у нас. Тут в два слоя арматура будет, два яруса. Там все в уровень. Доски лежат по уровню. У нас, получается, здесь горизонт, площадка, здесь гараж где планируется, вот эта часть. А вот эта тут часть на 3 сантиметра идет уклон. Да, вот отсюда идет, начинается уклон на 3 сантиметра туда падает. Уровень выставленной опалубки. Так, на участке есть вода. У нас там в доме скважина есть. Насос подает. Ребята сказали, что вытянут все в уровень, как полагается. И 380... Вот на столбе, там трехфазный счетчик. Ну, три фазы и включается. Там, может, сами можешь протянуть, если там требуется 380. Вот, недалеко получается, вот. От досюда. Ну, получается, вода есть, 380 есть. И по уровню все это у нас опалубка. Вот как-то вот так надо все это сделать.
Он бегает, скотинка. Заливаем полным ходом. Двадцать два кубаси надо уложить. Ребята работают. А я вибратором хожу тут. Все руки уже отваливаются тоже. Происходит топинг, смешивают какой-то мега раствор с нашим мега плитой. Ждем. Ну уж пленка накрыли, пока вот Сергей там в съезде был. Я ребят тут напрек своих, его ваших, пленку организовал. У нас уже дождь херачит. Вот часа полтора будет дождь идти, вот я пока пускай в таком виде, может, полежит, я не знаю. Короче, ждем. Затирка идет полным ходом. Даже машину подогнал для освещения. Ясный час уже. Ориентировочно в 4:03 закончим. Где-то из соседей. Время 3:00 ночи. Ребята закончили работу. На видео, конечно, не видно, что все круто. Площадка залита. Все. Всем спасибо. Все молодцы. Доброй ночи. Хоть поспать немножко. Вон сидит какая-то жопка. Желтый клюв торчит. Подойдет ближе, улетит. Читаем в интернете, у кого там желтый клюв бывает. Жесть какая-то. Небо не видно. А, меня даже здесь сносит.
А, Синечка, вот я еще не показывал. Вот плита у нас есть. Вся заморочка за прицепу, чтобы его, блядь, было легче возить по грунту. Вообще нереально его тут перекатывать туда-сюда. Там, потому что очень двухосно тяжелый. Висит херу он. Но там вот выезд у меня получается. И тут в конце, видишь, там это выход. Для коммуникации, для гаража. Я вот там планирую в конце гараж поставить. Там навес будет, там гараж для одного места. Такой, типа, очень плотненько здесь. Из-за деревьев все получилось. Не пришлось тут размахнуться. Вот я тебе про эту площадку не показывал. Тоже где-то плита двухуровневая арматура стоит. Гидроизоляция, подсыпка была. Гидроизоляция, вот эта мембрана для фундамента. Технониколь тоже дорогущая. Тоже где-то 15 кубов, что ли, ребята сказали, ушло где-то у нас тут. Это получается вниз еще 20. Не, общая сложность, фундамент 20 сантиметров стоит. На нем можно дом строить, мне кажется. Ну что, поставил свое добро. Примерно вот доска это. Проем нормально. Машина. Вот здесь будет стоять гараж с навесом. Там ребята залили. Тоже уже заезжаю. Вот. Мы копали. Сейчас засыпем 10 сантиметров. Вот 10 сантиметров засыпаем, на 20 остается бетон. Вот, дорогой, только что я мы залили, закончили. Вот так получилось. Ну, здесь ничего, ну, чуть-чуть только вот здесь отмели. Ну, чуть-чуть. Остальное все хорошо. Я вовремя в дождь, я накрыл. Вот. Все хорошо. Вот, дорогой. Я когда закончил и накрыл. Вот. Руслан, смотри. Такой черный куча к нам, блин, идет. Посмотри. Вот.